Светодиодные светильники выпускают в Ульяновске. В Засвияжье на улице Хваткова есть молодое, но оборотистое предприятие. 120 тысяч изделий в месяц. Во время введения западных санкций местная продукция стала популярной у крупных компаний. Лампы производят как для госучреждений, так и для торговых комплексов. Комплектующие на данный момент поставляются от китайских и российских партнеров. Ранее сотрудничали со странами Европы. По словам руководителей, напряженные отношения с Евросоюзом никак не повлияли на процесс. Есть серия офисного освещения. Это достаточно простые светильники для установки в помещениях. Есть освещение для торговых помещений. Это освещение, как правило, уже чуть более сложное. Оно может собираться либо в длинные линии, либо иметь, там, например, какую-то направленную оптику или специальный спектр освещения, чтобы подчеркивать лучшие качества продуктов. Производство оснащено современным оборудованием. В помещениях установлены аппараты для лазерной резки. С высокой точностью работает и гидравлический пресс. На этих машинах изготавливают металлические каркасы, основу светильников. Токари обтачивают и шлифуют детали на станках с числовым программным управлением. Абажуры делают из поликарбоната, прочного износостойкого пластика. В специальных боксах полупрозрачные нити превращаются в изделия различных форм и цветов. Лазерная резка, сборка, покраска. На этих линиях мы были ранее, а сейчас мы находимся в цеху 3D-печати. Здесь появляются эти сочные, красивые абажуры для светильников. Кстати, вот эти образцы уже заказала всероссийская сеть супермаркетов. Производственные комплексы компании расположены в Ульяновске и в Димитровграде. Качество изделий контролируется собственной фотометрической лабораторией. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.